Да и пошли они в жопу. Дед Мороз замерз на земле. Бля, чуваки, короче, с вами Навитренер, со мной еще и сегодня Ванечка Ивантес. Который будет снова учить Навитренера играть, потому что он забыл, как это делается, тупоголовый дебил. Ты тупоголовый дебил, который будет посасывать чупа-чупс противников. Короче, ребят, сегодня у нас ролик, смогу ли я со сломанной рукой выиграть каточку в ММ. Короче, если... А давай что-нибудь придумаем, что я буду за смерть делать, например. А, умирать? Нет, ну, серьезно, там, я не знаю, типа, не знаю, покупать скин или еще что-то. Я, кстати, еще киберспортсмена пригласил Санори, топ-1 Франции, чтобы он нам как бы помог выиграть. Потому что Ванечка-то тащить не умеет, и мне по шапке попадают! В этом моей вины нет, ты просто тупоголовый дебил, который не умеет играть, а мне приходится все делать за тебя, потому что ты нас не умеешь играть. Вот и все. Вместе с Санори. Так что мы будем делать за смерть, слышишь, Вань? Я не знаю, что ты будешь делать за смерть, потому что я играю и потею вообще-то, в отличие от некоторых, как от летающих товарищей. Да придумай. Давай, знаешь что? Давай за каждую смерть буду покупать кейс. Все, короче. Один кейс уже, получается, ты купил. Да, один кейс уже, считается, куплю и в конце ролика откроем. Прикинь, нам выпадет ножик, чтобы я себе вторую руку... Ой, осуждаю. Ну, чисто потом будешь ногами уже играть в стендап. А, пацаны, кстати, выиграли раунд. Ну, есть такие люди, которые играют ногами, кстати говоря. Ну, стендап конкретно. Лучше, чем ты без рук. Рот закрой. Французский каракуль. Он любит лягушек, и его нельзя знакомить с Абоуном. Если он познакомится с Абоуном, Абоун не останется в живых. Так, я вижу на миду, я пушу. Тёмка, вижу убил. Врага, иду пушить. Еще Тёмка! Конченый, да все же. Нет, все киберспортсмены, они эти. Но командные игроки, я понимаю, что они в соло типа слабо играют. Как их? Японцы? Кто? Азиаты! Азиаты все киберспортсмены. Жесткие, нереальные, во всех играх. Но они 20 пальцами играют из 10, возможно, ну, просто да. Поэтому. Они ногами еще могут помогать себе, я знаю. Ну да, чисто. Я так всегда например, делаю. Например, Ерокс, но только киберспорт из него не очень, конечно. Ну потому что он дигл покупает всегда просто. Да, возможно, тупоголовый дебил. Я вижу одного. На. Он убежал. Да что, ну как, что за прокидки? А, чисто. Ничего не чисто, уже зашли на второй этаж. А, найс. Найс! Команда конченых придурков. Ну, Ивантес конкретно. Не видел даже, когда он летел. Если тебе флешка летит в лицо, ты берешь такой... Тебе флешка в окно сейчас залетит. А, ты вернулся? И все, проблем нет. Хорошо, что у тебя микрофон глушится, когда ты орешь, придурок тупоголовый. Ну помогите! Жесткий прострел, нереальный прострел, вы сейчас наблюдаете. Ивантес перезаряжается! Перезаряжает стенку, Ивантес! Остается одна обойма в его хорошо, он заходит в темку, видит, что его простреливают. Обегает, выходит, знает, что противник слева, но... Идет кейс и получает по голове. Смогу ли я выиграть на глобала со сломанной рукой? У-у-у! А можно флешку пока да, в лицо не получать? Вот нет. Так? Можно антистеп какой-то или что-нибудь еще придумать? На КТ-тип, помогите мне. Не то, что ты по голову дебил. Ну помоги мне! Куда ты побежал, рашится опять? На пункту. Убил. Еще. В кейсах типа убили его. Мы с тобой. Какой-то лох убил. Пацаны, кто считает, что он достал меня? Пишите на эти лайк! Дизлайк ему, дизлайк. Ставьте дизлайк, пацаны. Пишите в комментах, что Ивантес лох. Ивантес топ. Навитренер лох. Изи. Дай сюда, М16, тварь! Где, пожалуйста, ты придурок, ты мой дроп украл! Они что, кикнули тиммейта или он вылетел? Не знаю, я не уточнял у них, не знаю, связи не имею никаких с ними. Не, ну, мы выигрываем 8-1. И, тем не менее, я топ-4 по фрагам. Так, тупоголовый, только дигл не думай брать себе. Если купил дигл, то тупоголовый. Я такой лох. КОМАНД! Снизу, он, да снизу, он не... снизу, справа. Вот тут справа. Да, убежал. Да что ты будешь делать? Какой это будет Б, кстати. Показываю, как пушить Б. Показываю, как давать минус 5 за секунду, ребят. Смотрите. Отлично. Ну конечно, да. Меня с мида будут стрелять, потому что у меня Ивантес дробовик купил. Да, все из-за этого, все верно. Прикинь, еще раз дефьюзил бы, если.
Прикинь, все выиграет. Апарт. Сверху. Эх, почти. Он просто не дожал. Это жесткий тип какой-то, слышишь? А у него глобал? Жесткий типсон. Да, у него элит, но у него почти глобал. Блин, ну почти. Он почти выиграл. Ну так, я взял дигл. На первом пистолетном раунде нельзя брать. На последующих можно. Пустани, мидвань. Вот почему вы подарок на Новый год не получили, потому что на этом не будет мороз. Сколько у него пуль? Нельзя кашлять. Мне нельзя кричать. Мне нельзя кашлять, говорю. Бустани мид, пожалуйста, еще раз. Зачем тебя бустить мид? Не проще сразу на мид выйти? Ты можешь заткнуться, тварь! Извини, пожалуйста. А как он меня через стену убил? Я за стеной стоял! У него пинг 400. Что за пинг голову ставит просто и все. А что это, сегодня выигрывать будем? Нет. Я уже должен сколько? 9. Круто. Но если у мрази пинг был бы не такой большой, было бы нормально. Осуждаю ты, почему противников наших осуждают, ты тварь. 5 киллов, ты можешь больше 5 киллов сделать? Да. Могу еще себя гранатой взорвать. Заберем 16, моё, убей противника, ты. Да, спасибо, патронов нет. Уходи, уходи, уходи. Уходи! У тебя хаешка есть, на Б беги быстро. Ты смог, имеешь против моей хаешки? Хорош! Мы выиграли на глобалах. Со сломанной рукой, с клешнёй. Короче, что мы выяснили? Всё-таки со сломанной рукой можно выиграть в ММ. Да ещё и с нормальным счётом. Ну, потому что я найт-тренер. Киберспорт. И погнали, 10 кейсов, я обещал, за каждую смерть буду покупать. Также, кстати, на Ванечку. Лего! Ты орешь, придурок. На Иванечка будет ссылочка в описании, можете на него даже подписаться, как бы там есть трейдеры, он тоже там трейды снимает, вот это вот вся херня. А пока что я хочу, чтобы мне выпал нож. АВМ Генезис. АВМ Генезис. Я как опытный трейдер могу сказать тебе, что лучше бы ты вложил свою голду в инвестиции, а не вот это вот все. Ты видел, там же команда Флорер была? Ну, он тебе не выпадет сегодня. В инвестиции? Да. Какие инвестиции? Вступай в мой телеграм-канал и зарабатывай голду. Осуждаю твой телеграм-канал. Да у меня нет никаких телеграм-каналов. Блин, ну почему так плохо падает? Когда в ТикТоке трансляции делают, тогда падает мне, падают ножи. А сейчас пока нихера не падает. Давай. Надо было запустить трансляцию в ТикТоке. Шар голубой. Крутится ножик, пролетел, дорогой. А конечно, сатрек, джип и рипер. Бам. Походу шанс. Лучше хочу кейс открыть. Два ножа, три ножа. Джаплора, ты видишь, как она байтит? Я вижу, как она байтит. Байтит, собака. Она даст что-нибудь статрековское сегодня или нет? А это даст собака. Она защику нам дала. Ну, это пожалуйста. По фактам. Да что у тебя за дроп такой? У меня одни рарки летят. В смысле, хороший типа дроп? Ну, это лучше, чем одни рарки просто. Ну, завидую. Короче, такой ролик вышел, мы разнесли глобала вот так вот. Подписывайтесь на канал, посмотрите вот это видео. И всем пока, скажи. Всем покушать. Придурок. Покакаешь дома! Ты поголовый дебил, покакаешь дома. Всем пока, ребят.